получили вот такую красивую книжку. Вот так она отстегивается. Вот что мне интересно. Вот тут книжка. Тут, конечно, ничего интересного нету. Просто можно отстегнуть. Она можно вот так качать ей. Просто. А можно пуговку обратно засунуть. Отстегнули. Вот маленькая книжечка. Вот она трещит и там, и тут. Можно ей рассказывать сказку. Тут нарисован цветочек и колобок, конечно. Ага, и дальше что там интересное. Вот как надо учиться малыша отстегивать. Так, отстегиваем. А вот. Так. Застегиваем. Вот играем в прятки. Опа, вот тут прятки сама на лыжи с миножек. Вот это трещит, а вот это не трещит. Зато она тянется. Тихонечко. Вот это тоже тянется. Вот эти две не тянутся и ничего не делают. Так, а вот это, опа. Вот это у нас зверь. Вот тут есть кармашек. Ага. Перелетают цветок на цветок. Можно маленький цветочек перелететь, на средний и на большой. Их можно надеть целлофанчик, щеки, и играть в спектакль. А можно тут считать. Раз, два, три, четыре. План, тут вот до этого можно считать. И тут есть карманчик. О, как завязывать шнурки? Я, конечно, не умею завязывать шнурки, но я в этой книжке вот здесь буду учиться. Можно вот тут карманчик засунуть, вот так веселиться. Вот, пуговицы. Отстегиваем и застегиваем. Вот когда застегнули, она вот в разные стороны крутится. Ага, вот шайки тоже расстегиваются. И застегиваются. Ну, больше-то ничего интересного нету. Так, вот это мишка. Можно вот так ручку засунуть и играться им. Вот это часики. Тик-так, тик-так. Ну, все. Больше ничего нету. Это интересного. Но зато... Тут можно вот... Все, спасибо. Тебе понравилась книжка, да? Да.